Ребята, всем привет, с вами Александр, и мы, в общем-то, начинаем. У нас такая вот изометрическая игра, такой кто уровень а-ля инди-игрулька какая-то. Так, и нам здесь нужно бегать и вот собирать вот эти вот штучки всякие. И потом нам дальше еще будут мешать разные всякие монстры. И собрать, по-моему, нам нужно вот все до единой эти штучки, иначе нас там не пропустят. Управление, конечно, супер удобное. Ну что поделаешь, будем бегать. Будем бегать. Так, там вроде бы все подняли. Это у нас будет выход. Да, видите, ворота пока закрыты, пока мы все не нашли. Ага, и здесь я тоже не могу спуститься, но значит бежим вниз. Хочу просто забрать, что там стоит, ради интереса. Но нам не нужно, ворота уже открылись. Это magic hat, магическая шапка, а ну-ка. Да. Шапочку мы нашли, ладно. Так, ну упасть здесь нельзя, это тоже радует. Так, вот теперь у нас мега-мега-пупер-супер сложный лабиринт. Так, вот эти вот насекомые будут нас еще как бы мучить. Будут пытаться нас сожрать. Но мы, короче, не унываем. Мы на мух забиваем. Так, вот что, не знаю, вот что вот это еще дает. Ничего не дает. Но по идее мухи должны туда лететь. Ну вот типа мы так вот мух освободили. Ну их можно, в принципе, уничтожить. Да. Чтобы они нам не мешали. Ух ты, я и забыл, у нас же тут есть клавиша шифта. Что-то я бегал без шифта. Так, мухи нас преследуют. Так, я вижу там ключик какой-то в центре. Вот нам его точно нужно собрать. Так, там тупик. Ладно, давайте заберем ключ. Ключ от лабиринта. Так. Иди сюда. Так. То есть этого мы убить не можем. Он нам чисто так создает препятствия временами, да? Так. И вот так. Ну, лабиринт вообще простой, как видите. Я первый раз играю, и, в общем-то, все понятно. Все. Видите, мы все собрали, и ворота сразу открылись. А, это восстанавливает... Это хилка. Вот оно что. Понятно. Так, рубильник. Это мы опустили дверь. Отлично. Так, там какой-то мостик. Еще опустили дверь. Вот эти какие-то морковки, где энты недоростки или эти цветная капуста переросток. Так, ну здесь ничего интересного. Спускаемся вниз.
Так, то есть еще оно мешает, еще не всегда пройти мимо него можно. Ну ладно, значит мы его уничтожим. Да-да. Так, ну, все отлично. Все собрали. Можно подхиляться и погнали дальше. То есть это, если по-быстрому все делать, то минут за 10 проходится эта арена. Ух ты. Там я вижу просто что-то стоит, а я туда не могу пройти, обидно. Ладно, раз нас предлагают провести... О, это типа Пакмен. Ух ты, агрессивный какой-то. А, что-то я не заметил, чтобы он нам урона нанес, хотя он вроде как набросился. А, ну да, он просто нам мешает. А урона он нам не нанес. Так, тут есть у нас, видите, невидимая область. Так, ну вроде бы всех собрал. Еще какую-то лабуду собрал. Так, возвращаемся. Что мы тут не дособирали? Мухи, мухи, мухи. Так, а, все. Возвращаемся назад. Ой, я же отсюда пришел. Так, я что-то потерялся. А где двери? Ага, вот двери. О, как чётенько я тут всех собрал. Смотрите, сколько болванчиков там. Так, это все нужно дело опускать. Так, 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 так. Так. Ага, то есть... Давай, лезь наверх. Так, так. Что-то музычка тут не играет, как, прям как-то скучно. Гаденыш. Уничтожу, всех убью. Ах, ты же обидно-то. Так, теперь идем вот сюда. И сейчас вот на этом красном кубике проедемся к вот той вот красной лестнице. А, вот еще осталась парочка. Ну, ничего себе, смотрите, меня тут почти замесили. Блин, еще не собрал. Во, собрал. Ворота засветились зелененьким.
Ну, помчали. Так, тут гусеницы всякие. Сейчас меня тут кто-то явно завалит. А где у меня будет респаун? Это очень интересно. Все эти штуки, блин, плохо собираются. Надо прям... впритык к ним подходить. Это выход, который пока что недоступен. Так, это лестница какая-то. Ага, вот выход стал нам доступен. Мчимся дальше. Так, мне кажется, мы уже где-то тут на финишной прямой. Давайте подождем этого. Завалим. Ну, чтобы меня тут не убили часом раньше времени. А то фиг его знает, где я тут зареспаунюсь. Так, что у меня по... Ух ты, смотрите, сколько я всего уже тут нашел. А, у меня даже оружие уже есть, отлично. Кто посмел меня обидеть? Так, все. Ты, блин, сумасшедшие. Сумасшедшие напоминают мне этих из Битвы Титанов. Так, у меня уже левел 8, а мне нужен левел 9, да, чтобы выйти отсюда. Ладно. Что это за гвозди тут какие-то вылазят? Вау! Интересно, откуда я начну? А, отсюда. Ну, отлично. Ладно. Помчались. А, это хиляет. Вот там эта ведьма или что? Живучая какая. Ничего, будем парировать. Так, вот поехал лифт. Давайте сейчас мы на него попадем. И все, да. А, я вообще-то не хотел сюда попадать. Ну, в общем, ребята, на этом все. Это уже следующая карта. Всем пока.